очередной кошелечек для любителей DC тематики, для любителей фитнеса, для любителей облегчить себе жизнь. Вот такой вот незаметный кошелек из очень тонкой, прямо-таки невесомой капроновой какой-то ткани. Даже возможно порвать, но не хотелось бы. Но у нас же есть с собой всегда нож. Мы же и DC-шники. Поэтому прекрасным росчерком пера срезаем пластиковый держатель. И все, и в путь. Ну, кошелек, я вам скажу, моднявый. Для велосипедистов и офисных работников под пропуск, под тройку, под все что угодно, под ключи пойдет. Очень легкий, необычайная такая ткань. Синтетика, конечно, но ощущается как шелк какой-то. Приятно ощущается. Работает, естественно, он наполовину. Вторая половина тут просто прошита. Так что будем искать другого вида кошелек велосипедный, который можно вытирать даже пот во время работы. Ну, это тоже неплохой, в принципе, для карточки, для того, чтобы всегда карточка была под рукой. Можно придарить жене, пускай ходит и радуется. Вещь-то уникальная, копеечная. Если кто-то найдет дешевле, можете написать в комментариях. Комментарии к этому видео будут открыты. Можете выложить дешевле. Если кому-то нужен будет именно такой кошелек, то можете зайти в описание к видео, и там будет ссылка. Ну а пока всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки, добавляемся в друзья. Все-таки ниточка одна есть. Все. А так пошит качественно. Вообще ничем не пахнет. Молния капроновая. И ЮКК. Скорее всего. Поэтому не железная. Но, тем не менее, наполовину кошелек оправдан. Как универсальная вещь. Такой карт-холдер в мире велокошельков.